Одесса, 11 октября, в 5 утра были слышны взрывы, серия взрывов на протяжении часа. Тревогу не объявляли. Потом появилось сообщение о том, что это работает ПВО и что сбили иранские дроны «Шахиды». Официальной информации еще по этому поводу нет. И уже где-то в 6:13 сообщили, что угроза миновала. Последняя тревога была 01:39. Длилась недолго, 22 минуты. Во время тревоги было тихо. Не было слышно ни взрывов, ни работы ПВО, ничего. Так как угроза миновала, я думаю, можно дальше спать.